камень Ярослава Мудрого. Это вот Софийский собор. Здесь были сейчас на экскурсии. Здесь фотографировать внутри не разрешили. А ты видел шатер? Где шатер? Сфоткай сейчас хочешь? Да, сейчас я сниму. Пахнет, как старая мебель. Угу. Мы в комнате митрополита. У него вот такая печка. Это вот вторая комната, 17 век, начало 17 века. Хорошо, наверное, было быть митрополитом. Такой сундучок. Винмастер, смотри, какой замок. Тут целое это... испанский сапог. Полный сундук был золота. Еще хорошего качества.